библейский канал «Экзегет». К нам поступил следующий вопрос. Чем отличается практика Иисуса и молитвы от медитации? Целью средства могут быть схожие, и в этом люди путаются, некомпетентные. Мы отличаемся целью. Наша цель в Иисусовой молитве – Христос. Цель медитации ⁇ искание состояний, состояние умиротворения, успокоения, даже состояние просвещения, искание харизматических состояний. Цель Иисусовой молитвы ⁇ не искание состояний, а искание Христа. И уже во Христе мы получаем какие-то результаты. Наша главная цель ⁇ не умиротворение, не комфорт духовный и даже не просвещение, не какие-то откровения. Наша цель ⁇ Христос. И в каком формате Он к нам придет в молитве, то мы и принимаем бескорыстно. Если люди, занимаясь молитвой, ищут только психологических наслаждений. То вот это как раз является медитацией, которая чужда православной традиции Иисуса и молитвы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.